Последний вечер в кругу новых друзей. Всероссийский шахматный фестиваль имени Карпова подошел к концу. Для ребят настало то самое время, когда можно вспомнить самые яркие моменты прошедшей 12-й смены, сказать друг другу то, что не успели, и получше запомнить лица тех, с кем бок о бок прошли все испытания. Вожатский концерт стал для сменовцев финальным аккордом, который собрал в себе все самые теплые эмоции и слова. Вокальные хореографические номера, трогательные стихи и театральные постановки, от которых невозможно сдержать смех. Все это ребята запомнят и увезут с собой. Рафаэль Арутюнян остался под большим впечатлением от концерта и рассказал, какие воспоминания он сохранит о смене. Я хорошо сыграл в турнире по шахматам. Здесь были классные конкурсы наподобие конкурса талантов или соревнования по настольному теннису. Мне, в общем, все очень сильно понравилось. Было здорово. В течение смены мальчишки и девчонки успели многому научиться, обменялись опытом и смогли раскрыть самые разные грани своего таланта. Для Марии Шевелевой из Новороссийска эти две недели стали действительно особенными. Я попробовала себя в роли командира отряда. Это было сложно, но в то же время интересно. Помимо кубков и медалей, участники шахматного фестиваля заберут с собой из смены то, что намного ценнее золота и намного важнее любого приза. Это воспоминания о самых ярких и насыщенных днях, проведенных в кругу сверстников, ставших за такой короткий срок друзьями. И, конечно, все они будут скучать по смене, а смена будет скучать по каждому из них. Когда я приеду домой, я точно буду скучать по отряду, потому что это было очень интересно, очень красочно. Было много веселых историй, интересных, ну и грустных, естественно, тоже.